Сегодняшнее видео решил посвятить обзору компьютерной игры Driver серии. Серии Driver. Вот так будет правильно сказать. Driver Сан-Франциско. Игра вышла в 2011 году, поэтому вот уже прошло 2-3 года, и, наверное, вы уже в интернете можно увидеть очень много обзоров на этой игры. Но, тем не менее, для своих интернет-зрителей канала Некрасов ТВ, если они такие имеются, зрители, кто смотрит Некрасов ТВ, я решил так снять свое видение вот этой игры, вот, довести до вашего сведения, что за игра это. Первое. Сюжетная линия. В общем, сбегает преступник опасный, Таннер, и со своим партнером пытается его догнать, а не полицейский Таннер. Но тут происходит авария, и Таннер попадает в кому. И тут вот как раз голливудский характер. Таннер может переселяться в другие тела. То есть можно летать по городу, как бы вот как вы сейчас видите. Вселяться в другие тела, гонять на разных машинах. Если заходить в гаражи всякие, можно на полученные бонусы всякие за миссии, которые вы получаете, бонусы вам начисляют. Покупать машины можно, способности какие-то, ну и так далее. В чем отличие этой игры от игры Driver 3? Напомню, тоже играл в такую игру Driver 3. Вот, отличие в том, что в этой игре можно там дрифты всякие делать, в общем, физика хорошая, вот там горящие колеса, здесь очень много всяких, ну, камер всяких дополнительных возможностей. Вот, всякие тараны придумали, турбо, всякие ускорители. Но в чем минус у этой игры? Тут нельзя врезаться в пешеходов. Как-то вот разработчики сплоховали маленько, вот поспешили, я так думаю. Если в Driver 3 можно было сбивать прохожих, ну, все-таки для меня, как зритель, игра, поиграть, посбивать прохожих, было бы очень интересно тоже вот посмотреть сам процесс, как это происходит. А тут едешь по тротуару в Driver Сан-Франциско, и они разбегаются в разные стороны, то есть невозможно сбить прохожего. Также здесь, я так понял, нельзя выходить из машины, то есть бегаешь там, в Driver 3 можно бегать, стрелять, а здесь вот как-то вот только шифтом нажимаешь и переселяешься из машины в машину. Но зато здесь очень много миссий всяких, можно играть за полицейского, можно за преступника. В общем, тут расследование свое проводит Таннер, надо все-таки найти этого преступника опасного. Вот и все. В этой игре очень интересное озвучивание главных героев. То есть игра полностью на русском. Ну, это, так сказать, русифицировали вот эту игру. Вот. И здесь очень много приколов, как в фильмах. Вот. Поэтому поиграть будет очень интересно. Даже понаблюдать за ходом вот, общения вот этих главных героев. Вот. Эта машина довольно дорого стоит. С драйвером меня связывает очень бурное детство, но это я поделюсь, так сказать, своим опытом. Потом любил лет, когда мне было 10-15, мы с ребятами ходили в компьютерные клубы и на Sony PlayStation рубились в эту самую игру Driver. Вот.